Эпи Гран-при, это и Мао, это и Эшли, это и Роберто Родегьер в отсутствие Каролины Костнер, выходящая на первые роли в сборной Италии. Помимо Костнер в одиночницах также уже отсутствует и Валентина Маркей, которую мы обязательно увидим на этом турнире в качестве спортсменки в парном фигурном катании с Андреем Хатариком. Ну, а пока посмотрим за Робертой Родегьеро, единственной итальянкой в Чикаго. Заявлено только 3-2 и ничего. Так что не так страшно. Флик справилась, выехала. Потерял скорость на дорожке Родегьеро, но тем не менее пытается все равно не выходить из образа. Образа Марии из Буэнос-Айреса. Танго на улицах столицы Аргентины. Пока еще так и не реализованная давняя моя мечта. Ну, скажем прямо, наверное, где-то в свою силу выступил Родегьеро. Я думаю, да. Оценка за технику совсем небольшая, но какая есть. Какая есть. Да, вот, например, оценка за технику у Серафима Саханович на текущем турнире есть 29. Так, на секундочку. У Парк 30 с копейками, 31 у Мрэй Белл, 31 у Асады. То есть, в принципе, Сима, если говорить о тех спортсменках, которые уже выступили, она вполне себе в тренде и уступает тем же японке и американке только оценкой за компоненты. Кореянке проигрывает 1,5 балла за счет техники, и, собственно, эти же 1,5 балла она уступает и по сумме. То есть оценка за компоненты у Сахановича и у Пак практически идентична. Что касается Роберта Родегьеро, то, мне кажется, она сейчас имеет шанс не догнать Саханович. Точнее, Серафима имеет шанс остаться выше Родегьеро. Учитывая, что личный рекорд Родегьеро 61 балл ровно. И еще одна соточка, полученный как раз-таки на чемпионате Европы в Братиславе. Не факт, совсем не факт, что она до этих 60 баллов доберется. А не доберется и будет ниже Сахановича. Ну, я почти уверен, что она, что Серафима будет выше. Знаменитая Франко Бьянкони ухитрилась в своей короткой программе взять и
музыку со словами из итальянского языка и из испанского языка Роберто Родегьера. Тут, пожалуйста, Оливары и Йосой Мария де Буэнос-Айрес. Это уже испанский, но в то же время и то, и другое. Это Астор Пьяццолла совместила малосовместимое, но совместилось неплохо. Владеет искусством косой склейки Роберто Родегьера. А мы ждем возвращения на лед Каролины Костнер. Безусловно. Если уж говорить о том, что Мао вернулась, ну так и Каро вернется. Я думаю, что не только мы, а весь мир фигурного катания ждет этого. Вот выступала Родегьера в этом году на турнире в Милане, он обычно, да, в этом году в Бергамо проходил Ломбардия Трофи, взял там 4-е место. Вот домашний турнир, тем не менее, не итальянцы помог. Любят этот турнир, да, он в начале сентября, и там они практически все сборные выступают там. Ну, почему нет? Дома здорово. Нашим тоже нужно сейчас. В этом году вот не было в Саранске. Да, совсем немного получает Роберто Родегьера. Опережает только Ангелину Кучвальскую. До Саханович не дотягивает аж 4 баллов. Проигрывает Серафиме и по технике, и по компонентам. Она 6-я к настоящему моменту.